Ну а на столбах заметили ядовитую змею. Туристы встретили гадюку возле кордона Лалитина. Эти змеи не очень агрессивные, говорят специалисты, однако нападения все же случаются. Чаще всего гадюки уползают, если их не трогать. Они чувствуют присутствие человека и стараются спрятаться. Но если загнать их в угол, проявлять агрессию, змея атакует. Чаще всего в случае укусов так и происходит, когда человек сунул руку в траву, где лежит змея, или случайно наступил на нее. Пользователи соцсетей сообщили, что видели много подобных присмыкающихся на видовках гремячей гривы, а также на базахе возле лагеря «Гренада». В жаркую погоду змеи наиболее активными и хорошо заметны на Лалитинской дороге и на настильных тропах национального парка. У нас их три вида. Обыкновенный уж неядовитый и две ядовитые – гадюка и щитомордник. Ни в коем случае не трогать палкой, фотографировать, не тревожить ее.